сломался и поднялся, ну ноготь. Берется вот такая скобочка, чтобы защитить ноготь, чтобы он не поднялся опять. Крем по поликутан, скобка, пластырь, бумага, бумажка складывается, крем накладывается, зеленка вокруг раны, не на рану, вокруг раны, чтобы погасить воспаление. Бумажка фиксируется на теле скотчем, пластырем. Здесь пространство свободное, чтобы рана воздух заходил. Чтобы бумажка не ездила, она должна закрепляться. Накладывается скобка из пластика и тоже фиксируется на теле. Скобка зафиксирована, теперь можно ударить как угодно, она не повреждает ноготь. И скобку можно сделать из чего угодно, вырезать из любого пластика подходящего. Из бутылки, из крышки, из каких-то, сейчас много пластиковых всяких крышечек.